Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах ты, что ж такое? Для того, чтобы теперь в руках держать что-то горячее, нам понадобится вот такой вот инструмент. Забираем. Я помню, когда первый раз запустил Vintage Story, я заспавнился примерно в таком месте, возле скал, возле хвойного леса. Волки были повсюду, это была жесть. Я, наверное, раз 15 на спавн отправлялся, а вот теперь он ходит, смотри. Ему вообще пофигу на меня. 6 штук. Замечательно. Угу. Обратно как забрался. Вот это я понимаю. Путешественник. Гвозди готовы. 8 штучек. Раз, два. Вот прекрасная штуковина. Так. Наверное, вот такой вот высоты достаточно будет. Я думаю, да? Пам-пам-пам, пам-пам, пам-пам, пам-пам. И с этой стороны можно сделать так же. Тем самым это будет больше похоже на опору. Как-то так, а там уже посмотрим. Я хочу в центре озера поставить мельницу. Ну, в центре у меня озеро такое вытянутое. В центре вот этого участка. Сейчас я постараюсь как-то отмерить. Thank you.
берем кирочку и... И прыгаем. Заберемся. Да что ж такое? Это что? А, это я голодный уже. Так, подожди-ка. Да-да, сейчас я тебя накормлю. Подожди. Приятного аппетита. Угу. Забираем, поднимаемся. Вот. И смотрим, где мы вылезем. Замечательно. Хорошо, что я сделал железную кирку. Устанавливаем сюда блоки. Теперь мы сюда их ставим. Сюда ступеньки. Этот тоннель будет спускаться к мельнице. А лестницу надо убрать. Она уже мешается. Такая заготовочка получилась под мельницу. Мы вылазим здесь в своем озере. Я, наверное, я буду достаточно высокое здание делать. Вот тут очень красиво. Сейчас мы найдем то место, где я копал в прошлый раз мел. Вот оно. Вот оно. Сейчас спустимся. Нам мел пригодится в любом случае. Пусть потихонечку наша известь обрабатывается. Да, и пошли, наверное, наверх. Все это дело поднимать. Ну что ж, давайте спускаться и смотреть, насколько высоко. Чуть-чуть повыше. И поднимаемся. Давай лесенку ставь. А куда ставишь? Вниз? А, ты туда опускаешь. Молодец какой. Я не знал, что так можно. Секции большой шестеренки. И раскладываем мы теперь доски. Одна готова, вторая готова. Полотно и палочки. Хорошо, делаем тогда полотно. Я не помню, сколько штук. Будем по максимуму, наверное. Давайте, 64, 64, 64. Теперь делаем вот таким вот образом. Побольше. Раз, два, три. Раз, два. Сделаем, сколько сделаем, в общем.
князем не спешим, чтобы не разбиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте пять. Угу. Вот таким вот образом. Теперь сюда ротор крепим. Рискнем. Вау! Даже озеро меня не спасло. Ладненько, немножко разомнемся, пробежимся. Прыжок веры не удался. Даже еще одно ставлю. Давайте попробуем теперь прикрепить мы паруса. Закрутилась ты, смотри. Значит, ветер есть. Красота. И мы сюда сейчас установим деревянный вал. Давайте попробуем. Берем мы шестеренку. Прекрасная штукатурка. И теперь будем мы спускаться. Ладненько, закрываем мы двери. И сейчас я вам покажу, что я хочу сделать. Дело в том, что моя еда очень быстро портится. И это вообще нехорошо. И это мне совершенно не нравится. Поэтому я принял решение здесь немножко переделать. Для того, чтобы переделать, надо сначала все это дело забрать и, наверное, вот сюда вот покамись сложить. Перекладываем все свои драгоценнейшие запасы. Берем мы топорик. И делаем здесь углубление. Вот так. Прекрасно. Две штуки. Если что, переделать всегда можно, а двери эти используем в другом месте. И раскладываем на самое видное почетное место. Ох, подожди-ка. Да, 100 суток. Вот это я понимаю. Один год. А то наша драгоценнейшая еда, наши запасы очень быстро пропадали. Теперь этого не будет. Берем мы, в общем, в руки молоток, зубило и камень. Делаем какое-то количество
полированного аргелита. Давайте 20, да, для начала. Теперь мы его разделяем на две части, на плиту. Из этой плиты делаем каменный кирпич из аргелита. Замечательно. Убираем из рук мы зубило и молоток. Выкладываем кирпичи. И будем мы сейчас делать вот такие красивенькие кирпичики. Топором мы снимаем пол в нашей кузне и выкладываем кирпичики. Не особо оно контрастно, но, в принципе, наверное, неплохо, да? Сейчас посмотрим мы со стороны, что получается. Вот. Как-то так. Быстро, 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 быстро. Так, подожди. Не спеши. Такая у нас красота получается. Такая вот красота. Высокая мельница. Высокая-высокая, как башня, как маяк такой. Виден со всех сторон. Это как ты сюда забрался, уважаемый? Ах ты такой гад. Да, еще и пустой, как обычно. Разожжем уголь. Шахтерский мешочек забираем. Замечательно, давайте мы его протестим. Ага, то есть таким... Ну, нормально, чё. Мне нравится. Мне это нравится. Есть. Пусть будет так. Ящик сюда. Шестеренка. Забираем. Не хватило. Спускаемся. И там кушаем. Внизу жир. Здесь вал.
привод готов. А теперь молот ставим мы. Вот. Как-то так. Все, закрутилось теперь пошустрее немножко. Работает. Такая вот стеночка. Здесь давай тоже выкладывай. Здесь выкладывай. И здесь. И тут. Вот. Теперь другое дело. Готов. Готов. Погода прекрасная, дождик идет, а мы за Гриной сейчас огнеупорно отправимся. Давайте я отмечу. И побежали за огнеупорной глиной. Хорошо, я хочу сейчас скрафтить вот эти штучки, черепицу. Поехали. Потом мы ее будем обжигать. Угу. Дальше. Пока не сделаем необходимое количество. Я, правда, не знаю, сколько мне нужно, но как можно больше, в общем. Меня же мои глаза не обманывают? Обалдеть. Вот оно, да? Смотри, как прикольно. Ты реально в шахте находишься. Потрескавшееся такое стекло старенькое. Вот таким вот образом я получу огромнейшее удовольствие от вот этого всего. Обалдеть. Реально стекло очень классное. Просто супер. Вот это я понимаю, тоннель.
Аккуратненько. Ну ты смотри, какая ляпота, а? Угу. Забираем мы черепицу. Все, собрали мы всю черепицу и устанавливать будем на самую крышу. Давай, нам пока нужна такая. Какое-то количество. Давай мы посмотрим. Не грохнись, блин. И теперь нам нужно сделать верхушечку. Вот. Вот это я понимаю. Крыша. Единственное, что я теперь не понимаю, как мне отсюда выбраться. Но это не важно уже. Все это не важно. Я всемогущий, блин. Ладно. Я знаю, что сделать. Немножко магии, и я в домике. Круто. Мне все нравится. И мы спускаемся теперь. Нырок. И до самого конца. Вау. Охота за кувшинками. Изготовление кирпичей в промышленных масштабах.